дорогие и любимейшие подписчики! Ох, как же долго меня не было! Но сейчас я вернулась и готова играть, играть, играть и еще раз играть! Тем более вы постоянно мне бум-бум-бум-бум по голове стучите! Да-дам! И именно из-за игры «Растения против зомби» все мне говорят, все мне что-то указывают! И особенно мне говорят: «Болтушка, убери! Убери все эти квесты! Они не для тебя!» И тебе обязательно нужно проходить путешествия, приключения и зарабатывать крутецких растений. И узнавать, как они работают, а не всякие там квесты. Ну что ж, давайте будем узнавать. Я специально сюда зашла, чтобы поиграть в приключения. Ну а сейчас я заберу немножечко алмазиков, спасибо большое. И пойду приключенчикать. Какой интересный квестик. Так, стоп, 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 мне нельзя. А что это означает? Мне нужно зайти или что мне надо сделать? Или я что-то получаю? Смотрите, я что-то получаю! Вау, я думала, что это квест, а я получаю какое-то симпатичное. Нет, к сожалению, не получаю, я просто немножечко его карточек получила. Ну что ж, спасибо и на этом, а через 12 часов я еще что-то получу. Слушайте, мне это прям даже очень нравится. Ой, как все красиво! Все такое сердечко, вот это. Ой, это же День Святого Валентина скоро, кстати. Пишите мне в комментариях, как вы будете отмечать День Святого Валентина. И что у вас в школе такое планируется интересненькое в этот праздник. Будет очень интересно почитать. Ну, а мы идем в путешествие. Но для начала мне нужно зайти вот сюда, в эту книжечку, так сказать, и посмотреть, что у меня там. У меня тут пень. А я могу его разблокировать? Неужели могу? Да-да-да, я разблокировала этот пень, мне подписчики писали об этом. Болтушка, почему ты не разблокируешь пень? Ну, Болтушка не знала, что это можно делать, думала, что только когда он мне попадется. Некоторые растения можно приобрести вот прямо таки сейчас. Класс, ребята, это очень-очень здорово. Теперь я возвращаюсь и буду смотреть, что у меня здесь. А здесь у меня такая поливалочка, а в поливалочке у меня уже есть растение одно только. Только одно растение. Ну что ж, еще одно могу посадить. Капуста пульта, не густо. Мне нужны растения. Я вот прямо чувствую, что мне нужны растения. Но для начала я очень хочу открыть еще какие-нибудь карточки. Тем более у меня есть бесплатненькие. Посмотрим, что мне попадется. Ну же, монетки, спасибо, я их коплю, коплю, коплю. Еще карточки с Карасотери. Вы это видели? Его еще чуть-чуть и можно будет прокачать. А еще какое-то растение, кстати. А давайте посмотрим, может быть и его можно уже разблокировать. Было бы здорово, у меня бы потихоньку накапливались растения. Ну давай, эй, пчелка, вот, я тебя говорю, вот, давай, опыляй, отлично. И что, неужели можно? Вы представляете, это будет так здорово, если можно. Так, подождите, я его еще не нашла. Так, здесь нет, ого, ого, го-го-го-го-го-го-го-го-го, ничего себе, и где же мне искать это суперовое мелкое растение? Так, 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 ребят, мне кажется, я его где-то пропускаю, я его вообще не вижу, друзья, вот правда, вот честное слово, его здесь нет, это как это? Так, давайте смотреть более подробненько. Так, здесь нету. Здесь нету. Здесь тоже нету. А где же он? Это такое что-то было маленькое. Я, кстати, даже забыла, как точно он выглядит. Что-то я его здесь найти вообще не могу, представляете? Может, у меня что-то случилось не то? Может, я его как-то не узнаю? Ребят, напишите в комментариях, что это было за растение и почему его здесь нет. Ха, странно, странно. Ну, реально очень странно, вот честное слово. Все растения закрыты, а этого растения я не наблюдаю вообще. Вот уже четвертый раз я медленно перематываю. Очень медленно смотрю каждое растение в лицо, изучаю, так сказать. И я не наблюдаю это манюсенькое, нежнейшее растение. Ну, где оно может быть? А? Ой, 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 ой. Хм, нету.
Странно. Ладно, закроем. Может быть, мне нужно будет войти еще один раз? Ах, да. Хотелось бы мне знать, куда деваются все эти растения. А может, оно просто как-то появится вдруг ни с того ни с сего? Ладно, я иду в приключения, я иду в сражения. Открывайтесь мои миры. Я хочу проходить новые уровни и зарабатывать росточки. Очень хочу росточки. Так, а где это я? Вот. Я здесь, вот мои любимые миры. Так, и на каком я уже месте? Вот, 20-й. Ой, ребят, я даже не знаю, до маски еще так далеко. Потом мне что-то дадут, не пойми что. Может быть, сыграть не в этот мир, а мир пиратов? Я всего лишь 4 прошла. Окей, что мне тут нажимать? Я хочу в мир пиратов. Ну же. Отлично. Зашла. О, а тут я сразу маску получу, а потом еще одно новое растение, а потом еще одно. Ребят, я иду сюда. Да-да-да-да-да, я иду сюда. Ну уже покажитесь ко мне, пиратики. Сейчас попробуем использовать пенек. Я помню, там был пенек. Если, конечно, сосед что-нибудь не придумал новенькое. Когда появляется сосед и машина, мне становится просто страшно. Так, Гивен. Я ничего не понимаю. Какая-то атака, что-то мне нужно сделать. А что непонятно вообще? Ладно, буду как-то сажать солнышки. Вроде бы ничего такого нету здесь. Слушайте, а что тогда говорил сосед? Что писала эта машина? Что вообще нужно было сделать? Ой, и как-то быстренько пошли эти зомби. Все, я поняла. Я не смогла выбрать растение. Ну что ж, ничего страшного. Не смогла ты и не смогла. Подумаешь, сейчас мы быстро справимся. Ну, я надеюсь, что мы быстро справимся. А еще я хочу следить за росточками, потому что если у меня не будет росточка, будет совершенно обидненько и ужасненько. Вот, ай-яй-яй, ой-ой-ой, все, с этим мы справились. Ну давай, солнышко, давай мне еще солнышко, мне нужно еще. А, у меня есть вишенка, представляете? А еще у меня есть вот две зернопульты. Надеюсь, что моим подписчикам понравится, как я высаживаю свои растения. Это же здорово, правда? Так, ладно, еще солнышко и будут еще зернопульты. Но мне, наверное, кажется, что лучше на всех линиях посадить зернопульты, потому что я что-то переживаю, что на других линиях скоро тоже появятся зомбачки. Это будет совершенно нехорошо. Так, но с этим попытаемся как-то справиться все-таки. О, я так и знала, что зомбачки непременно появятся. Так, справляйтесь, ребята, справляйтесь побыстрее. У меня бы еще солнышко какое-нибудь вот сюда посажу. Отлично, так, солнышки у меня теперь есть. А теперь мне нужно вишенки. О, улучшение, классно, спасибо, спасибо. Когда будет уже совершенно не в моготу, не в терпеж, так сказать, тогда мы используем улучшение. Нет, не пройдешь. Я сюда посадила уже стена орешка. Так, мне нужно еще одно улучшение. Отлично. Ой, а можно как-то... Нельзя. И мне придется взорвать, иначе съедят. Ай, наверное, надо было не взрывать. Слушайте, я что-то даже не подумала. Так, все, мне нужно вот сделать как-то вот так. Еее! О, и росточек, о котором я так давно мечтала. Так, садим еще чего-нибудь вот сюда, например. Ай, там едят, тут едят. А здесь что делать? Ай-яй! Что-то я не то сделала. Но тут, кажется, тоже едят. Сейчас его собьют. Надеюсь, что собьют. А может и не собьют. Слушайте, мне это совершенно что-то не нравится. Они идут и идут. Идут и идут. Так, и мне... А, вот, улучшение. Отлично. Вот сдадим ему, чтобы сюда ко мне никто вообще не мог пробраться. Так, а еще у меня солнышки есть. А еще там, а еще здесь. Так, и тебя мы заморозим. Отлично. Так, мне вот эта линия тоже не нравится. Мне надо хоть кого-то здесь высадить. Есть. Так, его надо как-то улучшить. Супер. А еще одно улучшение дадим. Слушайте, ну сложноватенько играть. Но мои подписчики говорят, что это нормально. Ай, летят, летят. Что мне просто очень-очень мало классных растений. Кстати, да, у меня их немного. Так, еще все. Ай, наверное, надо было. Ай-яй-яй. Так,
нравится, мне что-то не нравится. А, там доедают, тут доедают. Да что ж такое-то, а? Все, все улучшения я потратила. Теперь осталось только повзрывать чего-нибудь. Ну же, ну же, ну же, ну же, еще, еще что? Нет, и вот я зря вот тут, наверное, посадила. Я посажу еще кого-нибудь максимально хорошего. А вообще лучше я всех тут подорву. Ой, кажется, я не то сделала. А, вот это вот мне уже не нравится. Так, тут я ничего посадить не могу. Заморозим. А, заморозочка, ну ты будешь работать сегодня? Раз. Она только что одного заморозила. Ну это даже не серьезно, ребят, тут честное слово. Зато у меня теперь есть улучшение. И я делаю еще один бабах. Ой, их тут двое. Нет, уже один. Было, два зомби стало. Один. Отлично. Но с ведром, конечно, сложненький зомбачок, но мы его подорвем. Все, кажется, я справилась с этим четвертым уровнем. Это было мега-мега сложно. Хотя это всего четвертый уровень просто. Болтушка-болтушка. Что-то у меня как-то не очень получается. Ну что ж, давай, 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 показывайся. Что у меня там за растения, что у меня там за карточки, какие у меня там улучшения. Ну, скорее. Давай, 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 давай. Да что ж такое? Одно, второе, все наполняется, наполняется, наполняется. Но болтушки надо посмотреть уже. О, отлично. Монетки. Целых 100 штук. Да, не густо. О, еще улучшение для моего, для моей зернопульты. Еще какой-то... Какое-то существо непонятное, кстати. Но вот это существо я видела. Вот честное слово видела. Так, мне нужно сажать мои новенькие растения. Я же зарабатываю росточки. Раз, два, три. Кто тут будет? Вау, Бангчо, супер, поливаем. Отлично. Идем дальше. Вот это приключение. Я сейчас сразу смогу заработать новенькое растение. Конечно же, я иду в этот сложнющий мир пиратов одноглазых. А, опять летуны, опять эти пираты. Я вообще не понимаю, как это все работает. А, кстати, мои подписчики говорили, что я могу выбрать какое-нибудь себе растение. Даже не знаю, какое можно выбрать. Может быть, вот это попробует, светящееся. Друзья, смотрите, мне действительно пришло какое-то светящееся растение. Пишут, что вроде бы молния. Ну, давайте посмотрим. Так, еще. Так, еще вот я хочу скорострела взять. А, ну, конечно же, мое солнышко любимое с подсолнышком. А, еще, давайте посмотрим. Ой, скорострел такой дорогой. Может быть, стрелов вообще всех понаберем и возьмем... Да, пенек. Говорят, что он очень хорошо работает. Вообще, мнения моих подписчиков, честно говоря, немножечко разделились. Одни говорят, болтушка, бери себе, бери растение, имей такую возможность выбрать какое-то растение, попробовать, как оно работает. Другие говорят, не бери, ты все равно не знаешь, как работает это растение. В общем, я даже не знаю толком, что мне делать. Ну вот, кажется, и все. Я уже выбрала, да? Я уже выбрала. О, что-то мне это не нравится. Ладно. Иду, двигаюсь, мчусь. Ну, вот моя команда. Правда, мне кажется, что что-то я тут не доделала. Честно скажу. Но не ладно, мы все равно попробуем, кстати, вот это растение. Понятия не имею, как оно точно работает, где его точно высаживать. Но пробовать мы однозначно будем. Вот, надо еще и время потянуть. Пускай вот этот монстрик, зомбачок, идет себе потихонечку, помаленечку. А мы продумаем, как всех тут повыставлять. Так, еще солнышко, что мне солнышек маловато. Мне нужно здесь прямо очень много солнышек. Так, кажется, я немножечко кое-что придумала. Меня уже жуют. Но я вот сюда поставлю вот это потрясающее растение. И еще вот сюда. Отлично. Так, но мне нужны еще солнышки, потому что мне кажется, что я как бы это не очень смогу сразиться нормально, если у меня не будут много-много солнышек. Так, не отвлекаемся, не отвлекаемся. Кто-то еще тут уже царапается. О, мне кажется, дали какое-то улучшение. Мне это абсолютно и полностью нравится. Так, еще сюда посадим кого-нибудь. О, смотрите, я уже могу посадить скорострела. Даже не знаю, куда его садить. Наверное, его надо было бы посадить вот сюда. Вот, раз, два. Отлично. Вот тут у меня скорострел.
Ай-яй-яй, вот это уже плохо, вот это уже совершенно нехорошо. А, мне нужна защита, и тут мне нужна защита, хоть какая-нибудь защита. А если я поставлю вот это растение? Ого, вы посмотрите, молния громыхает. Что-то мне не нравится. Смотрите, я посадила пенек, и у меня кое-что даже получилось. Так, но мне нужна защита. Пока что мне нужна прямо очень серьезная защита. Так, еще пенек. Ай, и еще вот это растение. Давай, уничтожай. Слушайте, ну это растение мне прям очень нравится. Так, мне надо еще какое-то улучшение. Здесь слишком много приятелей, товарищей. Так, я еще могу посадить пенек, но я только не знаю, где здесь. Вообще полная толпа. Кого мне высадить? Кого мне выкопать? Слушайте, я пока даже не знаю, кого мне выкопать. Вот, наверное, сюда посажу пенек. И опять улучшение. Ай-я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 й
Там, да что ж такое, его едят и едят. Так, вот здесь мне совершенно не нравится, но мы еще раз посадим и дадим крепкую защиту, чтобы я могла пенек повысаживать. Во, я везде пеньки повысаживала, а теперь мне нужны грохострелы. Вот так, отлично. А если мы дадим улучшение пеньку? О, смотрите, как он светится классно. Так, все, мне нужны грохострелы. Причем на всех линиях подряд есть. Так, хорошо, защита сюда, защита одна. Отлично. Ребята, вот это классно работает пенек. Мне он прямо очень-очень нравится. Но я еще одного грохострела. Все, у меня везде грохострелы и пеньки. И это просто мега-супер-пупер. Класс! Так, улучшение. А если вот так? Ничего себе! Синим! Ого, бабах. Только что был просто огромный бабах от моего скорострела. Синего цвета. А еще я заработала новое растение. Судя по всему, это колючки. Ха-ха, мне нравятся колючки. Правда, мне очень нравятся колючки. Ах, друзья, как классно, когда у меня есть за одну игру целых два новых растения. Это просто бомба. Ну что ж, во-первых, мы высадим еще один росточек. О, почему ромашки? Ну зачем мне эти ромашки? Вот честное слово, я не очень люблю ромашек, но они попадаются, к сожалению. Так, куда пойдем? Давайте посмотрим, куда вообще стоит нам сходить, чтобы что-нибудь еще сегодня подкупить. Ну, во-первых, здесь будет что-то очень сложное. А после очень сложного будет еще одно новое растение. Но мне же нужно и первый мир проходить. Я уже тут, между прочим, целых 19 уровней прошла. Почему бы не пройти 20? И перейти в третий десяток. Кстати, я что-то очень продвигаюсь. Мне даже немножечко страшновато, как я близко продвигаюсь. Возьмем сейчас улучшенных растений. Только не это. Я так вот почему-то и знала, что будут солнышки, которые нужно будет защищать. Да, огонь и вода. Куда же ты, куда? Ну что ж, попробуем. Берем солнышко, берем улучшенное растение. Раз, защиту два, вот это вот чудо-юдо три. Конечно же, заморозочку четыре. А кто будет сражаться, друзья? Вот кто реально будет сражаться? Может быть, не брать защитное растение, может быть, взять скорострельчика, что ли? Но он стоит целых 200 солнышек. Даже не знаю, что мне делать. Может, грохострельчика взять? Что-то мне это совершенно не нравится. Ладно, рискну. Гулять так гулять. Вот так возьму. Может быть, я, конечно, не права, но мне очень хочется попробовать. Хотя надо было, наверное, защиту делать. Ой, зато у меня сразу куча солнышек привалило. Так, и я могу сразу же поставить одного грохострельчика. Эй, солнышки, мне вообще-то нужны солнышки. Да, ой, я, кстати, вовремя поставила, а у меня уже идут товарищи.
Раз, два. Так, отлично. На этой линии есть защита. На этой линии есть защита. Здесь убираем и ставим вот сюда защиту. Что-то мне это не нравится. На этой линии вообще ничего нету. Супер, супер, пупер. Давай, мина, давай, мина, давай. Так, и вот здесь я хочу защиту. Отлично. Так, есть. Ай-яй-яй. А ну-ка. А, зря я, наверное, так поставила. Тут у меня уже идут. Тут у меня уже идут. И солнышек. Солнышки, только не это. А, вот это вот плохо. Вот это плохо. Мне нужны солнышки. Меня сейчас спалят. Давай, 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 миночка. Уничтожай их всех. Отлично. Все, уничтожили. Уничтожили. Сюда, сюда, сюда. А, что? Когда успели съесть солнышко? Друзья, это достаточно сложный уровень. Нет, это мега сложный уровень. И без моих улучшенных растений мне не обойтись. А они, между прочим, еще не выросли. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, хороша ли моя стратегия. Стоит ли мне брать эти же самые растения, ну еще плюс какое-то улучшенное. Я буду ждать. А еще не забывайте подписываться на канал Болтушка Веселушка. Чао, какао!